Всем привет! Коротенькая, быстрая идея за 2 минуты. Для этого понадобится профиль 160-й перегородочный или какой он там. Сейчас все покажу. С одного края профиля загибаем, отступаем примерно 10 сантиметров, 10-15. Делаем прорези ровно, ровно напротив друг друга. Вот таким макаром. С помощью плоскогубцев, пассатижей, вот эти вот бортики нужно немного смять. С одной стороны, со второй стороны. Немного расширяем и загибаем. Фиксируем все под 90 градусов. В моей ситуации отступаем 1,5 метра от того края и делаем такие же прорезы друг напротив друга. Через 10-15 сантиметров отрезаем ее совсем. Подгибаем бортики и загибаем. Все фиксируем на саморезы. Берем шлифмашинку и обрабатываем все края. Все задуманное я сотворил, теперь идем применять. Все выставляем в уровень. А сотворил я вот такие вот жердочки. У меня сейчас происходит ремонт. Это гардеробная. В этой гардеробной будут потом здесь стеллажи. Я сделаю стеллажи из ЛДСП. Но пока что мы перенесли сюда все шкафы, все комоды в это помещение. И здесь нужны были вешалки, ну, жердочки для таких вешалок. Ну, я сделал такие жердочки. За 2 минуты вышел из ситуации на раз-два. По деньгам 200 рублей, по затратности времени, сколько? Минут, наверное, 7-8. Все готово, все отлично, все замечательно. Если понравилось, подписывайтесь. До скорой самоделки.